Друзья мои, всем привет! Что делать с подрезками, отрезками, отходами плитки, которые у нас остаются во время резки плитки на объекте? Когда у нас остаются много отходов, вот так вот, допустим, одну плитку отрезали, и у нас осталось вот такое вот расстояние, 24 сантиметра примерно. Что мы делаем в этом случае? Если у нас нету дизайн-проекта и конкретной раскладки плитки, которую можно выполнять на объекте, мы делаем так. Кусок, который мы получили после подрезки вот этой части плитки, мы рассчитываем расстояние, допустим, от этой стены до этой стены, для того, чтобы потом можно было начать с этого кусочка, потом здесь целый, здесь еще один кусочек, который также будет делаться с этого же подрезка, и здесь у нас будет кусок, половина из целой плитки, то есть одну целую плитку мы делим пополам, и как раз вот сюда хватает. Следовательно, это уже получается безотходное производство. Мы используем всю плитку, которая у нас есть в наличии. Все подрезки, которые есть, мы используем сразу. Не оставляем их на потом, авось пригодится, а сразу используем по возможности. Далее у нас, конечно, тут будут еще появляться подрезки, но мы их также будем стараться использовать сразу максимально, чтобы безотходно использовать всю плитку, которая у нас есть. Потому что плитку заказывали не мы, плитка была уже на объекте до нас. И поэтому, чтобы не было форс-мажора в конце, когда у нас плитка вдруг случайно, внезапно закончилась, поэтому мы ее стараемся использовать по максимуму всю. Вот, это один из вариантов, как можно делать раскладку на объекте по плитке. Много есть нюансов, конечно, в этом деле. Я постараюсь изложить все в этом видео. Поэтому смотрим. Итак, в общем, мы выбрали один размер из всех отходов, которые у нас были. Где-то есть сколы, мы их сразу определяем, куда мы их пустим. Вот этот отход, допустим, он пойдет наверх. Так, эта плитка у нас целая. Ну, здесь вот небольшой скол, мы его пустим вниз. Это будет первая плитка. Размер у каждой отдельной плиты ровно 23,8. То есть мы сразу все подобрали под один размер, чтобы не париться потом. И сейчас будем, короче, подготавливать вот этот край, подрезать все вот эти излишки, зашлифовывать фаску. Ну, то есть готовим к укладке. Вот у нас 5 штук, которые нам нужно подготовить. Поехали. Кстати, сегодня у нас в работе УШМ, фирма Bosch, мощность 900 Вт, диск 125. Еще не был в обзоре, еще только тестил. Тут еще есть регулировка оборотов. Пока тестил, все нравится. Чуть позже сделаю обзор, когда уже наиграюсь. Примерно как-то так мы раскидали наши кусочки, которые делали подрезки с предыдущей стены, вот с этой вот. И теперь отходов у нас стало меньше. Вот эти все подрезки мы их использовали уже повторно. Две стены уложены, уже эхо пропало. Вот такой более приятный атмосферный вид здесь стал. Ну, а на следующей неделе мы приступим уже к гидроизоляции душевого поддона, облицовке данного короба, этой стены с вырезом для смесителя и вот эти вот подрозетники для розеток. Ну, еще вот здесь вот у нас будет ниша с полочкой. Об этом я тоже расскажу позже. Ну, а подрезки у нас по-любому еще пока остались. Тут подрезки такие вот... Где угол сколот, где там есть брак прямо на лицевой части. Ну и вот такие вот малюсенькие-малюсенькие подрезки,
который, возможно, мы сможем использовать. Вот эти, кстати, можно использовать на душевом поддоне. Делать бортики, делать торец короба. Ну и, возможно, вот из этого всего можно еще сделать полочки. Ну, посмотрим чуть позже. Об этом покажет нам время. Ну, в общем, ребята, вот как-то так. Такое вот небольшое видео про то, как можно использовать недостающие или отходы плитки для облицовки в ванной комнате, если у вас, естественно, нет дизайн-проекта. Всем спасибо за внимание и увидимся на новых видео. Пока!